Совет безопасности и обороны Судана объявил в стране чрезвычайное положение на 3 месяца из-за наводнения, в результате которого в этом году было полностью или частично разрушено более 100 тысяч домов. В субботу, 5 сентября, Судан объявлен зоной стихийного бедствия. Количество осадков и разрушительная сила наводнений в 2020 году превысили рекорды, установленные в 1946 и 1988 годах, при этом ожидается дальнейшее ухудшение ситуации. Сезон дождей в Судане начинается в июне и продолжается до октября. В стране ежегодно происходят наводнения. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило 3 сентября, что с июля 2020 года в соседней республике Южный Судан от наводнения в районах вдоль Белого Нила пострадали 24 округа в 6 провинциях. По данным Floodlist, из-за ливней реки вышли из берегов, пострадали дамбы, затоплены обширные территории в центре страны. Большинство перемещенных лиц не уходили далеко от своих домов, лишь перебрались на возвышенность и планируют вернуться, как только вода отступит. В наиболее пострадавшие провинции начата доставка гуманитарной помощи. Людям привозят таблетки для очистки воды, пластиковую пленку для временного жилья, противомоскитные сетки, рыболовные снасти, лекарства от малярии и заболеваний, передающихся через воду. اللهم ربنا الطف ربنا الطف قدر الله ما شاء فعل ويني؟ أضرار بالغة أحدثها فيضان النيل الأزرق بولاية سنار بعد أن داهم الأحياء الشرقية وحي العشرة بمدينة سنجا ليلا مخلفا طبعا ده الفور امي ده عدروك معاذ محمد ابراهيم النصر الرغيف الرغيف عند العجل 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 العجل